Ну, здрасте. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Агирке. Давненько мы с вами не виделись, даже себя в порядок нормально не привела. Но подумала, что дальше я уже откладывать не буду, буду снимать как есть. Чем больше готовлю, тем больше откладывается вообще процесс съемок. И я уж там все, Агирке, ну сними уже что-нибудь. Да, может быть, у меня контент не будет супер классного качества, как я бы этого хотела, но учитывая нынешние обстоятельства моей жизни, лучше я буду делать настолько хорошо, насколько смогу по мере своих возможностей, чем не буду делать ничего. В общем, короче, много болтаю. Сегодня вы будете находиться не в самых обычных для вас местах. После переезда много чего еще мы не разобрали. Точнее, мы как бы разобрали, но если спросить меня, где лежит в данный момент какая-то определенная вещь, не факт, что я смогу вам это сказать. Она где-то в доме, включая штатив. Но я не знаю, где он. В общем, буду ставить вас на полки, на подоконники, куда угодно. Мой человечек здесь лежит на полу, смотрит свои мультики. Тем временем я хочу немного разобрать свой гардероб, потому что мы уже постепенно переходим в осенний сезон. В общем, хочу навести порядок у себя в шкафу, потому что это очень нужно. А во-вторых, я хочу пойти и прикупить себе некоторые вещи, чтобы немного освежить гардероб. Но я не хочу покупать то, что у меня уже, возможно, есть. И я просто об этом забыла, поэтому сейчас буду разбирать все, вытаскивать, смотреть, что есть, что можно оставить на этот сезон, а что нужно уже заменить. Надеюсь, вам будет интересно. Начнем с того, что нужно вытащить все вещи из шкафа. Каждый раз мне от этого немного страшно. Ладно, глаза боятся, руки делают. Достаем, короче, все. И просто все. Сори. Кидаем на кровать. Ну, в смысле, аккуратно кладем, не надо кидать. Вот так, как меня учили на курсах по составлению базового гардероба. Все нужно сначала вытащить. Это дочины вещи. Их я пока трогать не буду, потому что боюсь, что у меня просто не хватит на них. Нужно делать все по мере своих сил. Здесь одну полку я пока трогать не буду, потому что я ее как бы вчера привела в порядок. Ух. Теперь нужно рассортировать все вещи по категориям. Вроде не по сезону, а именно по категориям. То есть платье в одну стопку, верха с длинным рукавом в другую, в третью футболки, в четвертую брюки, там штаны какие-нибудь. Платье, еще платье, джинсовая куртка. Джинсовая куртка, сори, я сейчас вообще разучилась разговаривать, как вы уже, наверное, заметили. Пожалуйста, пусть это будет моя коробка, пожалуйста, пусть это будет моя коробка. Это не моя коробка. Работа для Марата. Ой. Есть у меня еще парочка штанов, которые надо померить. Лучше не буду мерить, только буду зря расстраиваться. А оказалось, что не так-то у меня много вещей в коробке, я думала больше. Здесь у меня одежда, которая мне либо разонравилась, либо не подходит по моему образу жизни, потому что я уже, например, не кормлю грудью. Либо одежда, из которой я выросла за последний почти год, ну чуть меньше. Я прибавила 4 килограмма. Учитывая мою комплекцию, для меня это довольно серьезная цифра. Храню их, потому что в основном они мне очень нравятся. И я надеюсь, что я все-таки смогу вернуться в свою прежнюю форму. Я над этим работать начала потихоньку. Пока не скажу, что у меня супер какие-то результаты, но ничего. Главное начать двигаться в этом направлении. Если не можешь двигаться, нужно хотя бы лежать в этом направлении. Когда мы все разложили по категориям, нужно определиться, что оставляем, что убираем на следующий сезон, а что вообще уже будет покидать ваш гардероб. Ну, давайте начнем, пожалуй, с платьев, потому что по мне это самое легкое, потому что я знаю, что я их все оставляю. Они мне все нравятся, во все я в них влезаю. И убираем мы их только потому, что уже довольно прохладно. Я оставлю... Какое же платье-то оставить? Это? Или может быть другое? На случай, если вдруг будет жарко. Хотя, на случай, если будет жарко, я лучше оставлю шорты. А футболки, они у меня остаются в шкафу целый год.
Я их ношу и зимой, и летом, и осенью, и весной, поэтому, если будет жарко, буду носить шорты. Платье я уберу, оставлю только, наверное, те, которые я буду носить дома. Не болда, хазам. Так, да? А, стой там, мой кошка. Не, 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 ми. Чего, чама, маманка? Саном, саном. Теперь, после того, как я рассортировала все вещи по категориям, красиво подобрала вешалки по цвету более-менее, я буду вешать это все обратно в шкаф. И посмотрим сейчас, как это будет выглядеть. Повесила все по функционалу, но зато теперь не очень это выглядит по цвету. Немножечко, точнее, очень даже немножечко выбивается у меня тут красная куртка. Сейчас я вам ее покажу. В принципе, все вот так нормально, красиво, кроме вот этого вот красного пятна. Кажется, так немного получше. Вообще, я знаю, что... Аушан мужчин. Тиспи, ну, мама, лакерик. Я знаю, что трикотажные вещи, типа вот, вот этой кофты. Кудам. Тян мужчин. Мама джим стеватор, алтан. А! О-о-о-о-о-о-о. Эй, а, кызым, кызым. Караптурм, караптурм. Мне камера, ну, изм стоишь, пожалуйста. Чудники, жахповаться надо тебя. Тян мол, дресс кшкентай саган. Ай, блин. Нашла свою коробку. В общем, я знаю, что вот такие вот трикотажные, да, вещи не стоит вешать на вешалку, потому что они потом вытягиваются вот в плечах. Но я все равно это делаю, потому что если эта кофточка будет лежать сложенной, она очень быстро помнется, а когда она, ну, в вывешенном состоянии, она сама разглаживается. Еще у меня к вам вопрос такой появился. У меня есть вот такая, назовем это кофта. Материал такой, знаете, толстовочный, гладкий, ровный снаружи и с начесиком внутри. Я эту кофту покупала на выступление во времена студенчества еще. Я танцевала партию Лисы, бумбая. И вы понимаете, да, что вот в те времена вот эти вот штуки, это был просто вот космический такой тренд, просто везде он был. У каждого кей-попера обязательно, у каждого модника. Но времена проходят, тренды меняются. В то время, когда я ее купила, там после выступления, я ее тоже очень много носила. Но сейчас вот из-за вот этих деталей, за те 2 года, которые мы здесь живем, я ее надевала, наверное, ну, максимум 2 раза. Что не совсем хорошо, потому что я пытаюсь из минимального количества своих вещей получить максимум пользы. Я думала, может быть, можно их как-то отрезать, но я не решаюсь это сделать, потому что боюсь, что совсем уж сильно разойдется шов, и потом она уже совсем придет в непригодность, а так она хотя бы целая, хоть и не супер модная. Пожалуйста, подскажите, может быть, среди вас есть опытные DIY-щики, которые любят переделывать свою одежду. Итак, кажется, мы закончили. Вот так выглядит шкаф. Наверху у нас постельное белье, там что-то такое, пока еще не совсем мне понятное. Я решила все делать постепенно. Не хочу на себя брать больше, чем смогу осилить за раз. Поэтому сегодня вот мы только вот эту секцию разобрали, что я считаю уже большое достижение для меня. В общем, здесь у меня все, что я уже сейчас ношу или начну носить в ближайшее время, потому что уже довольно прохладно становится. Здесь у меня домашняя одежда, пижамы, кофты с длинным рукавом. И половина этого ящика пустая. Это прекрасно. А это знаменитые икеевские жилетки. Они славятся тем, что они легкие, теплые и помещаются вот в такой мешочек. То же самое касается моей зимней куртки. Мой пуховик тоже у меня из Юникло. Я сказала Икея или Юникло вначале? Знаменитые икеевские жилетки. В общем, Юникло. И та куртка тоже моя помещается в такой мешочек. Здесь дочины вещи. Внизу мои брюки и форма для пробежки. Здесь тоже пол ящика свободно. Мне это очень нравится, потому что я стараюсь ввести больше минимализма в свой образ жизни, минимализм во всем, в одежде, в предметах, которые вообще заношу в наш дом, потому что если это как-то перестать контролировать, вот так вот в одно мгновение вы не заметите, как вы просто обросли хламом, который вам не нужен. Итак, давайте подведем итоги сегодняшнего разбора гардероба. Я считаю, что он прошел очень успешно, потому что, во-первых, я вспомнила о тех вещах, о которых я забыла.
Во-вторых, я поняла, чего мне все еще не хватает и что мне нужно докупить. И теперь уже вот с этим списком я пойду в магазин и буду точечно, четко, методично искать вещи, которые мне действительно нужны. Тем самым я сэкономлю время, силы, энергию, деньги. Как-то внесу свой вклад в экологию, не покупая ненужных вещей. Классно, когда ты достаешь какие-то вещи сезонные. Это как будто бы, знаете, такой мини-шоппинг из вашего собственного гардероба. Я надеюсь, что это видео вам было полезно, интересно, что вы из него узнали что-то новое для себя. И если вы будете это применять в жизни, я буду очень рада. Если у вас будет время и желание, пишите об этом в комментариях. Также, пожалуйста, пишите рекомендации, если они у вас имеются, по поводу той фиолетовой и сиреневой кофты. Как ее можно апгрейднуть, апдейтнуть. Спасибо большое за ваше время, внимание. Идите с улыбкой по жизни. Встретимся в следующих видео. Пока! Что я не успела разговаривать, не могу сегодня. Дети, можете не плакать, пожалуйста? According... Почему? Говори на одном языке, огурьке, пожалуйста.